Где-то раз в несколько месяцев я захожу на мой любимый сервер. Rufus Punch 1. Зайдя на сервер, я увидел это. Меня убила курица, и я хотел ей отомстить. Любой ценой. Я заспавнился на сервере и побежал искать ту самую курицу, которая меня убила. Я долго ее выслеживал. Очень долго. И вот я ее нашел. Недолго думая, я напал на этот клан. Битва была не на жизнь, а на смерть. И я победил в этой схватке. И сейчас, пока я не повернулся лицом к тебе, ты должен успеть поставить лайк. Иначе с тобой произойдет то же самое. Я надеюсь, ты успел поставить лайк. И для моей поддержки переходите по ссылке в описании. В Расте огромное количество различных скинчиков. И где их можно поднять? На Расченсе. Для вас я урвал промокодик на полбакса. Ввести его можно на сайте, и это совершенно бесплатно. Еще на сайте присутствует система бонусов и опыта, и с каждой ставкой опыт растет. Чем выше уровень, тем крупнее бонус вам достается. В случае каких-либо проблем вам поможет техподдержка, которая работает круглосуточно. Каждый игрок, который получает неудобства от каких-либо лагов, получает некое вознаграждение. Сайт себя уже зарекомендовал, и тут можно любую ставку спокойно проверить на честность. На исход игры повлиять невозможно. Вроде все сказал. А теперь погнали в путешествие. Начало у меня происходит всегда так. Я крафчу лук и иду искать фармилу, которая поработает за меня. Ну куда ты побежал, фармерок? Фармерок, мне нужен твой черепок. I believe I can fly. I believe I can judge the sky. Сколько тебе лет? 9. Ё-моё. Чел, спокойно. Ты чистый? Стоп, куда? Стой. Я тебя люблю. Стой, подожди. Это Рили ты? Или это какой-то это? Я сейчас умру от голода, дай что-то покушать. Это у меня одно хп, один голод. Спасибо. Чизи, это Рили ты? Ты в обморок упал. У пацанчика все ресурсы я не забирал. Я откинул ему спальник, чтобы он мог вернуться и залутать свой труп, и решил отстроить свой первый домик. О, какой удобный дом. И выглядит, в принципе, такой маленький, уютненький. А на самом деле тут можно очень много всего уместить. И так как вайп прошел давно, на сервере было очень много магазинов, где я мог купить свои первые пушки. Она еще и с патронами. И это с патронами. Вау! Почему-то я не вижу там турелей. По-моему, к ним можно просто запрыгнуть и полутать у них печки большие. Привет. А, у меня второй выстрел не стрельнул, понимаю. Они меня снова убили, но я успел спрятать свою двушку. И у меня еще был шанс у них что-нибудь отжать. Давайте, встань, Наруто, встань вместе к нему. И смотрите на меня. И Наруто, встань к нему. Смотри на меня. Раз, два, три, сыр. Ух ты, красавчик. Ясно. Кстати, не, я просто гулял на улице. Этого пацанчик убил калашист, тот же самый, который убил меня, и я обязан был ему отомстить. Но вначале мне нужно было полутать артешку. Пайпуху нашел, там внутри челик сидит. Это факт. И у меня 50 хп. Давай мне ягодки, пожалуйста. Две ягодки.
О, антирад, теперь он меня не должен ваншотнуть. В смысле, я слышал звук. Я умер? О, я даже первый сюда прибежал. Это хорошо. Hello, how are you? Man? Трубы, аптека, аптека, пушка. Пешка. Это уже звучит как развал какой-то. Двести скрапа. Ну, кстати, неплохо. Мне нужен еще один ящик. Ну, или лучше большой ящик поставить. Окей, пока никак нельзя поставить туда ящик. О, это уже не турелька. Я знал, что и на моей улице будет праздник. Надо срочно строить мне новый дом. Я спрятал весь основной лут. Я понимал, что меня могут зарейдить, и поэтому решил построить новый домик. Но, как вдруг у меня появился под домом читак. Он стоял с базукой, и в этот момент я думал, все, хана моему дому. Я же опять зайду на этот сервер. И что? Чел, у меня 3 спальника на 3 аккаунтах. Я просто встану в доме, возьму оружие, опять пойду сюда. Я до сих пор не понимаю смысл их игры, так как через 20 минут этот читак отлетел в бан. И я спокойно продолжил свое выживание. Окей, я могу поднять тебя. Да. Иди нафиг, блин! Плюс первый верстак, в принципе, нормально. Мне нужны патроны на Берду, это факт. Бегая по карте, я неожиданно для себя наткнулся на рейд. Рейд ракетами. Кого-то там очень жестко рейдят, и причем недалеко от меня.
Меня убили. Я схватил питон и вернулся туда снова. Они ЛР-ку не забрали. Да ну. Я прятал все самое ценное в Small Stash и возвращался снова и снова. Ух, что происходит вообще сегодня, я понять не могу. Пришел туда с питоном, ушел оттуда со строчкой пушек топовых. И плюс еще инвентарь ресов и разрывные патроны, вообще огонь. То, что мне нужно. Я видел деревянные домики, которые можно порейдить теперь. Перестрелки и замесы это хорошо, но мне нужно было обустроить мой домик, иначе меня бы зарейдили. Хоть первый раз в жизни я построил так, что могу расширить свой дом. Отлично. О, ведь я могу сюда выход сделать. Через гаражку. Пушка. Нормально. Ну, два калашика, это уже солидненько выглядит. Солидненько. Взять вот так, вот так. И можно пойти развалить кабинчики. Кабинки чисто. И мне нужны компоненты, любые. Вообще мне нравится этот дом. Прикольно выглядит. Где я могу взять фармил? Мне нужен второй верстак. А это мне еще нужно 300 скрапа. Этот дом, походу, только сгнил. Там тип спит. Только не говори, что тут миллиард всего. Не. Пахнет постановой. Только вопрос, куда мне это все скидывать? Мяско у него было. Угля много. Компонентики мне 100% нужны. Дерево было. Тут по-любому должно быть еще что-то. Например, за этой играшкой. Это на переработку сразу, это на переработку. Холодос можно куда-нибудь поставить. Это оставим, веревки оставим. Ботиночки. А ведь это уже плюс второй верстак, как минимум. Но мне нужен третий. Ты что, я тут забыл? Thank you.
Ё-моё. Да вы шо? Вы еще какие-то слабенькие, ребят. Чтобы Димаса выносить. Просто на лоу хпшках мне повезло, то что у пацана кончились патроны. Так, нормально. Плюс второй верстак, минус первый верстак. Жалко, конечно, то, что он сломался. Но ничего не поделать. Так, шприцы. Ага, я не взял с собой. С чего я могу их скрафтить? Окей. Поставив второй верстак, я, как обычно, начал выстраивать свой шедевр. Нормально. Домик у меня выглядит уже неплохо. Я поставил пару лестниц на крафт и побежал к той территории. Ведь у них работали печки. Ну такого я точно не ожидал тут увидеть. Нет, там у них такой фигни нет. Уже хорошо. А я туда вообще лезу? Там двери открыты. Понял, у них тут турели стоят. Много турелей. Ну, надеюсь, мне этого хватит, чтобы зарейдить кибитос, который вон там стоит. Который я подметил изначально. Ну и как бы неудивительно. Нифига себе, даже все. О. Все намного лучше, чем мне казалось изначально, но тут ничего нет. Хотя нет, что-то есть. Но тут как бы делать мне скорее всего нечего. Что-то я их уже не вижу долгое время. Они походу АФКшат. А вон и тот калашистик. Я конечно мог бы их подбайтить, но он вряд ли выйдет на улицу. Братанчик, зачем ты меня убил? Плюс калашик. Чтобы не сливать им топовые пушки, я взял с собой берданочку и отправился на разведку. Что, все? Понял. А зачем ты с ВХК играешь? Ты нормальный человек? Ну хорошо, скинешь мне спас как убежку за челиком. Он ко мне идет. Привет, SkyWest, как дела? Вкусно. Они пытались найти, где я живу, но я свой домик не палил. О, плюс еще калаш. Красиво. Пойду-ка я возле них вышечку построю. Ой, вот будет весело. Их турель на дороге убивала всех бомжей, и я решил с ней закончить, раз и навсегда. Крафтим базуку. Немножечко скоростных. Вот так, я думаю. Можно даже вот так. И пойду-ка я разобью у них турели. Что-то они мне не нравятся, эти пацаны. Ты нафига меня так пугаешь?
Но я почти попадаю. Хорошо. О-оу. Тупо у них там ящик лежал, ну, строчку пушек украл. За 3 ракеты скоростных. У меня, конечно, очень серьезный вопрос намечается, а куда мне это все скидывать? Немного побегав по карте, я нашел бункер. Да, именно тот самый бункер, который я всегда строил. И я его мог выбурить одним бурчиком. Ой, какой хороший лут. Что-то какой-то слабый бункер по луту. И когда я бежал до дома, я увидел знак. Ой, блин, красавчики, пацаны, конечно. Это был очень плохой знак, означающий, что в скором времени начнется хаос. Ресурсов у меня было уже очень много, и мне оставалось укрепить свою базу, чтобы меня так просто не зарейдили. И для печек я знаю, где у меня шикарное место, только их, по-моему, можно будет залутать, хотя нет. Если сюда поставлю, я ходить не смогу, вот сюда нормально. А вон там надо как-то сейчас застроить будет. Все удобства, как обычно. Возле меня рейдят? Отмена рейда, скорее всего, потому что так я и не нашел, кто тут рейдит. Ну и ладно. А так хотелось. Там бот убил бомжа. И на меня, кстати, дроп упал. Эй, иди сюда. Эй, тут твой друг умер. Тут твой друг умер, походу. А, не, я вообще без соло играю. Чего у него? Может, я возьму у него что-нибудь? Да, забирай, тут кирка железная есть. Пойдем дроп залутаем, может быть, что-то отдам. Ну. На, будешь папарацци тупо фоткать. Ты уж и спрячься под камушек куда-нибудь, а то челики сейчас придут, убьют тебя. Где я потом еще одного фотографа найду? О,
О, вот давай так. Я забираю только турели с этого дропа, остальное все себе забирай. Да, смотри, я нафоткал тебя тут. Да, да, сфоткай меня возле этого, возле дропа. А, давай еще. О, отлично. Слушай, смотри, короче, тут домик стоит, ты можешь его забрать, я вчера его зарейдил. Вот. Тут шкафа нет, и дверей нет. Ну, у меня есть немного дерева. Могу второй верстак подогнать, у меня один лишний есть. Да, держи, держи, держи. Нет, ты где, ты где, ты, я сзади дома. Стоп. Это читак, походу? Нет, это не читак. Тут читак, я понял. Минус один. Я вижу, куда едет тачка. Второго читака забанили практически мгновенно, и я подумал, что он может остаться в машине. Интересно, сколько нужно ракет на эту тачку? Но, к сожалению, его тут не было. Я потратил еще минут 20 на поиски, но так его и не нашел. Увы. Спустя где-то час появился вертолет, который начали сбивать сразу же все. Все читаки этого сервера. Вертолет, убей, пожалуйста, читака. Я хочу узнать его ник. Слушай, а зачем ты с читами играешь? А вон тип наверху. Он бегает, прыгает и стреляет вверх. Пожалуйста. Нифига себе ты прыгаешь, конечно. Ты чё, киберспортсмен, что ли? Ой, о, чизик, здорово. Ой, классно, классно, классно летаешь, брат. Наверное, интересно так играть, да? Да, очень интересно. Чизи, сейчас калашки летают, сейчас сдохну. Жди бана, братик. О, нормально ему. Ля, просто летает, нормально. Это нормально, как бы это пуспанч. Это пуспанч, привыкаю, да, это пуспанч. Все летают, понимаешь? Вон, видишь, там типы стоят. Да, 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 вижу. Сейчас откинет в бан. Опасность. Все, там типов нет. Хорошая игра, знаешь, мне нравится. Иди. Очень. Давай, лутай. Ой, ой. О, сишка. Не хочу играть на этом сервере. Играть на этом сервере смысла я уже не видел, и решил отдать свой дом первому попавшемуся игроку. Тебе домина моя нужна? Потому что сервер, тут чуваки просто летают, стреляют, ну его нафиг, заходи. Там у меня нет гантрапов, не бойся.
окна. Тут калашики есть, тут всякая фигня есть. Чисто фри став для тебя держи. Двери тебе. О, только напоследок знаешь, что надо сделать? Это, если что, ядро плутал тут неподалеку. Не, я один играл. Вот, это я встретил мирного бомжа. Кстати, он куда-то пропал, исчез. Если найдешь вот этого бородатого китайца, передавай ему то, что как бы... Он мне... Ну, он второй верстак у меня спер и убежал. Вот, это, кстати, тоже бородатый китаец. Это вот, ну, чтоб ты его это... Узнал 100% по его шортикам. И знаешь, что давай сделаем? Это тебе. Одну я себе оставлю и пойду кому-нибудь отдам, подарю. Прием, прием. Вас снимает скрытая камера. Как ваши дела? У меня все нормально, вон мой друг плавает. О, понимаю. Сейчас он поплывет, даст пару комментариев. Нас зарейдил твой конкурент. SkyWest вроде. А-а-а. Да, у нас большой. А я там жил, да, я вчера у них турели взрывал. Не, на самом деле я же жил впритык к ним, их там нет, там тоже мало людей. На, держи тыкву тебе, банда тыковников будет. Нацепи на голову. О, найс. Вот это я понимаю. О, нам туда. О, слышишь? Опа, 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 опа. Он перед нами на эске. И второй дальше, второй дальше. Да, тыкву сожри. Давай, 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 прыгай! Ну и надеюсь, этот ролик в стиле соло выживания вам понравился. Всем пока!